Доброго времени суток, дамы и господа, и мы продолжаем вторую миссию в Diplomacy из Not an Option. Как вы помните, небольшие проблемы все-таки у нас присутствуют. Врагов очень много, они вокруг и везде, и нам нужно, конечно, эту сложность сейчас будет решать. Продолжаем строить стены, продолжаем пытаться закрыться от врага, и, наверное, сейчас в приоритете будет вот эта вот зона, которую нам необходимо зачистить вместе с вот этой. Не очень понимаю, там, скорее всего, есть какой-то проход, который мне не очень нравится, и этот вопрос надо будет закрывать. Если посмотреть вот сюда, здесь есть гребаная катапульта, которая меня, конечно же, напрягает. И нам надо бы туда прийти и тоже щи разбить врагам. И сейчас на паузе мы попробуем с вами какие-то моменты, наверное, проговорить и, может быть, даже что-то построить. Но не может быть, а точно. Давайте начнем с того, что мы с вами организуем рынок, который я в прошлый раз вроде нашел, но потом забыл, где он находится. Сейчас я попробую снова его найти. Блин, да где же ты этот гребаный рынок-то? Вот он. Давайте рынок построим вот сюда. Это раз. Во-вторых, нас интересуют дополнительные жилые дома, потому что нам нужны люди. Будем мы строить их вот здесь. И нас интересует, наверное, блин, а я не знаю, вот эта штука нас сейчас интересует. Это еще дополнительно количество, да? А, потребность в еде, кстати. Да, нас интересует вот эта штука. Я как раз о ней подумал, что нам нужно сократить потребляемую пищу. Я так понял, что все-таки это не на жилые только дома работает, а вообще на все, да? Хотя нет, тут и ратуша, и все остальное. Ну, давайте тогда вот так, то есть подсвечиваются именно жилые, подсвечиваются ратуши. Наверное, здесь будет правильнее это расположить. Нам нужны монетки, и нам нужно строить уже новых юнитов, которых мы начали заказывать потихонечку, это арбалетчики. Разделять воинов здесь, в принципе, не совсем правильно, потому что иначе мы не сможем большие толпы убивать. Но нам это придется сделать, потому что иного выхода я не вижу. Я буду ставить, наверное, уже где-то башни за камушки. И надо вот этого господина убить, иначе он мне тут заколупает стену. А это мне, конечно же, сейчас не нужно. Давайте уж по пути тогда мы пойдем вот сюда. Я буду оставлять какие-то кусочки войска, да, вот, например, вот как в данном случае здесь, который будет у меня все защищать. Здесь кусочек, там кусочек и так далее. Сейчас мы будем заказывать стену. Стоит ли здесь заказывать стену сразу же каменную? Вопрос хороший на самом деле. Потому что, блин, стоит это дорого. Дерево как бы больше, оно быстрее добывается пока что, пока у нас есть древесина. И я пока не очень понимаю. Давайте, по крайней мере, посмотрим, что здесь вообще есть поблизости. Есть ли тут кто-то, кто хочет умереть, а это люди здесь присутствуют. Они достаточно много их, кстати. Надо их тоже всех подвыпилить. Нам камушков нужно подсобрать, чтобы у нас был луч, у нас были воины, которые к нам могут выйти и помочь, так сказать. Здесь мы зачищаем по-тихому. Видите, здесь как бы, ну не то, что зачищаем, а отбиваем, но не очень эффективно, черт возьми. Потому что надо здесь еще одну башню делать, скорее всего, даже большую, да, потому что эта башня выше, кстати. Может быть, я построю здесь одну маленькую, а здесь еще большую. Сейчас посмотрим. Давайте чуть-чуть продвинемся, чтобы врагов найти. И надо смотреть, как у нас там дела у строителей. Я, знаете, что думаю? Нам нужно, наверное, строителей еще поставить, одних как минимум. Блин, погоди, нет, это хрень полная. Нам нужны строители второго уровня. Так, здесь мы вроде всех почти выпилили, сейчас еще немножечко позачищаем, сейчас мы их сагрим, они на нас пойдут. Да я понял, что здесь атакуют, блин, гребаные лучники, потому что не стреляют отсюда, видите? Такая вот хрень, не знаю, как это работает, сюда их выставлю, пускай они там отбивают атаки. Мне вот этот камушек надо забрать обязательно, он как раз враги на нас пошли, а мы сейчас здесь стены закажем. Отлично, отлично, что они на нас идут, потому что мы таким образом никуда не ходим и просто зачищаем, стоя на месте. Но подводить все равно периодически придется, так или иначе. На карте достаточно врагов, надо как можно больше убивать, я пока не очень представляю, как мы можем это лучше сделать, потому что прямо перебор, я не знаю, может быть сложность не такая уж и простая. А я-то думал, может быть действительно взять хардкор в какой-то момент. Хорошо, что я этого не сделал. Ну, в общем, стена у нас здесь появится. Так или иначе, надо что-то с древесиной придумывать. Рынок мы еще не построили. Вон здесь арбалетчики что-то отбивают. Давайте-ка их отправим пока что, наверное, зачищать вот эту вот область, чтобы время не терять. Сами камушек поднимем, потому что нам он нужен. Что я могу еще-то улучшить, может быть, или сделать? Нам нужен камень. Камень добывается здесь. Вот это мы не можем улучшить, потому что это уже улучшено. А вот это мы не добываем. Хватает ли у нас людей на то, чтобы еще камня добыть? Что у нас тут вообще интересно? Гильдия инженеров позволяет конструировать катапульту. А астральный луч, массовое исцеление. Звучит неплохо. Великий монумент дает еще метеорит. Конюшня, всадник, конный рыцарь. Катапульта, баллиста. Понятно, короче, это просто уже можно будет улучшить. А вот это можно будет построить. Ну я не знаю, давайте, наверное, мы тогда бахнем с вами еще каменщиков, да? Потому что нужно будет очень много камня. Чё ты мне голову делаешь? Все я могу здесь построить. Да, людей нам не хватает. И давайте тогда сейчас, наверное, на людях будем ориентироваться после рынка. Рынок будет в приоритете. Потом у нас будет в приоритете вот это. Блин, а почему я не могу поставить второй приоритет?
Да, то есть вот он сразу ставит первый. Может быть, я что-то не понимаю просто. Но строители уже готовы, они нам спешат на помощь. У нас новый день сейчас наступит. Я пока подхожу арбалетчиками, камушек я забрал. Сейчас мы будем здесь тоже заказывать, наверное, что-нибудь. Кстати, а я не могу что-нибудь улучшить для арбалетчиков? Давайте на паузу сейчас поставим, пока читаем. Это что у нас такое? Арбалетчики плюс 30 скорости атаки. Вот это нам надо по-любому. И нам нужно бы вот это еще, да? Но в очередь поставить, как вы помните, нельзя, поэтому мы сюда еще вернемся. Но зачистка продолжается, мы просто тупо будем идти вперед потихонечку. Наверное, здесь я все-таки хочу построить вот эту вот историю. Попозже чуть-чуть буду улучшать уже, не беру вот эту еду, потому что, кстати, вот сейчас еды стало мало. Куча народу пришло. В целом, это даже и хорошо, что пришли люди. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. У нас очень много дерева, давайте попробуем обменять на какое-то количество монеток. Блин, ни хрена себе тут у вас курс, я вам скажу. Охренеть просто. Для чего мне сейчас эти монеты нужны? Улучшить железные вот эти штуки? Это я улучшить не могу, потому что нужен уровень. Здесь нам нужно 10 монет. И охренеть, как много ресурсов. Я даже не знаю. Давайте склад, во-первых, улучшим, потому что здесь уже места нету. А этот у нас второго левела. Что мы еще могли бы сделать? С едой беда. С едой беда, это нехорошо. Строить еще фермы, но нам надо бы вот этот лес весь выпилить. Потихонечку они его выпиливают. Я здесь как-то помочь им не могу. Давайте вот эту еду соберем. И давайте вот эту еду соберем, я думаю, что тема нормальная. Вот с той стороны к нам будет идти враг. Мы теперь это уже знаем, видите, на карте появился значок, поэтому здесь надо построить защитные сооружения. Я думаю, что вот в таком количестве. Что у нас по приоритетам? По приоритетам ничего, там только стена. Давайте тогда вот эти вот башни на приоритет поставим. Здесь мы выпилили господинов, и надо собрать камушки. Камушков у нас уже 11, это не может не радовать. Но нужно как можно больше убивать до последней волны. Таких волн у нас осталось еще 3, как вы понимаете. И мы должны быть ко всему готовы. Блин, здесь гребаная катапульта, слушайте. Вот это проблема, кстати, я катапульту уничтожаю. Не очень удачно получилось, но тем не менее. Сейчас кого-то, наверное, мы потеряем. Я просто не могу позволить себе их увести. Мне придется вызывать помощь, потому что иначе сейчас будут большие потери. Уже 3 потеряли, 4 потеряли. Блин, слушайте, походу мы сваливаем. Походу мы сваливаем, а вот вы не сваливаете. Нет, вы все сваливаете, а вот вы не сваливаете. Давайте-ка отойдем. Блин, неужели луч придется применять? Не хочу. Я лучше потеряю этих лучников, потому что, блин, ну это неправильно, что я сейчас буду луч применять, там он сейчас отъедет куча народу. Очень жестко я нарвался. Нет, придется применить. Придется применить и как бы прямо сейчас, потому что вот это все мне иначе сейчас голову сделает. 10 человек я потерял, черт его возьми. Мне придется могильщику сказать, что, дружище, для тебя появилась новая работа, к сожалению. И надо вот здесь вот трупы подсобрать. О, кстати, вот здесь надо поставить господинов. Мы дотягиваемся же вот до этих уродов. Да, все, вот мы его выпилили. Там башенки построили. Я здесь еще поставлю башню для разведки, потому что она нам нужна. Здесь мы продолжаем выпиливать. Ну, камушки сейчас подсоберем, конечно, не в большом количестве, но все-таки. Камушки нам нужны, как вы понимаете. Так, через сколько к нам придут? Минута 30. Но время еще есть. Я здесь обзорочку еще решил поставить, чтобы посмотреть, как там вообще дела обстоят. И вот эти 4 камня я хочу получить. Гребаная баллиста, блин. Гребаная баллиста. Да что ж такое-то? Давайте отбежим. Ни хрена не шустрые. Давайте, убивайте, блин, нахрен. Вы чё, не умирайте. Блин, походу опять умирают люди. Ну, без потерь никуда, чё вы хотели-то? Дипломатия не выбор, поэтому это война. 12 трупов у нас лежит на карте, камушек как-то подсобрать. Ну, блин, это надо выпиливать. Давайте вот попробуем сагрить какое-то количество воинов их вражеских-то. Потому что иначе мы никогда их не выпилим отсюда. Но, походу, я зря это сделал. Наверное, потери сейчас будут. Давайте вот так вот поступим, чтобы они прикрыли немножечко. Потому что я не хочу потерять много лучников. Все-таки эти лучники мне нужны для того, чтобы мы зачищали территорию в большей степени. А вот арбалетчики, как раз которых я заказал достаточно много, пойдут у меня на башню. Мы видим здесь, кстати, древесину и пищу. Это замечательно. Вот этот камень я собираю, и арбалетчиков тоже отправляю на башню в ту сторону. Потому что уверен, что нам нужно будет достаточно серьезно подраться. А здесь что-то вообще непонятное происходит. Луч идет в действие. Давайте убивать нахрен вот этих вот тварей. Катапульту ломаем к чертовой матери. Кого успел, того убил. Вы, дружище, можете пойти вот сюда. Посмотреть, как там дела у нас. Потому что что-то здесь народу очень много. И там еще одна баллиста. Ну, в общем, какое-то количество убиваем. Но это, конечно, будет не все. Что у нас здесь происходит? У нас город атакован с какого-то хрена. Откуда ты вообще пришел? А, ну вот отсюда. Давайте на паузе закрываться полностью. Потому что они меня достанут иначе. Камень, я думаю, меня не так здесь интересует. Хотя, блин, выглядит вкусно, и надо бы перекрываться было вот туда. Но я пока себе этого удовольствия позволить не могу, к сожалению. Вот арбалетчики проходят, давайте мы быстренько зачистим.
Блин, я здесь всех походу теряю. Вот какая фигня. Я сваливаю, я просто сваливаю. Противник на подходе, а я еще и не успел воинов подвести. Вот это вообще хреново. Это супер хреново по пятибалльной 8. Короче, если я приведу сейчас сюда еще врагов, то это мне погоды не сделает. Но я сейчас буду призывать тогда господинов каких-то туда в виде воинов. Так, где у меня все арбалетчики? Они все идут. Ну, замешкался я, замешкался. Тут ничего не скажешь. Достаточно серьезная толпа идет. Надо ее как-то задержать, пока у меня на подходе воины. Давайте, давайте, ребята, бежим вот сюда. Все идем защищать стены, потому что, ну а какие у нас варианты? Ну да, там достаточно их много. Я пока смогу их сдерживать, не хватает, да? А, теперь это 2 стоит, охренительно просто. Я думаю, что отбиваемся спокойно. Все успели подойти, кто должен был. И мы сейчас их уничтожаем. После чего мы собираемся и идем, конечно же, уничтожать лагеря вражеские. Потому что, ну это не дело, ребята, это не дело. Это вообще не дело, и надо с этими вопросами решать что-то. Во-первых, надо вот здесь закрыться сейчас. Наверное, я буду уже камнями закрываться сразу, потому что тянуть нельзя. Иначе мы никогда не закроемся таким образом. Так, здесь у нас будут ворота сначала. Я не знаю, на самом деле, тратится ли лишний ресурс, если я делаю сначала стены, а потом ворота. Так я и не въехал, если честно, в эту историю. Но то, что это нам необходимо, это факт. А здесь также будет одна дозорная вышка, и здесь будут какие-то башни. Наверное, даже я в большей степени хотел бы высоких башен, потому что они нам дают возможность стрелять заранее, перед тем, как подходят враги. Я вижу, что мы здесь отбиваемся. Мы здесь отбиваемся, мы вот сюда выходим и, наверное, оставляем здесь вот эту вот защиту, а сами пойдем дальше зачищать. Блин, дайте мне чего-нибудь, камушков каких-то в виде монеток, я имею в виду. А может вот так? Сколько по одному? А, погоди, какое? Не, вот так. Вот сколько здесь? По 10. Слушайте, вот это выгодно получается. Давайте возьмем на соточку вот так. Торговать. Какое-то время это займет. И, кстати, по поводу улучшений. Я что-то тут сижу, я так туплю, конечно, с этим, что так делать нельзя. Что по рынку у нас? Скорость передвижения это 3 монеты. Классно, это 6 монет. Офигительно. А, наверное, скорость тогда для вот этих господинов. И потом мы прочный бетон сделаем, потому что это нам поможет дольше держать в нормальном состоянии здание, если на нас нападают. И нужно будет потихонечку уже начинать улучшать нам, наверное, стены до каменных, само собой. Что мы можем тут сделать? Мы можем тут приделать еще один склад, как минимум. Здесь у нас все второго уровня, все хорошо. Железа нужно чуть больше. Наверное, я бы тогда из 17 людей, кстати, сделал бы еще больше людей, как минимум. А как максимум, что бы я сделал? Я бы добавил бы, наверное, еще одну каменоломню, потому что камня нужно дохренища. Но здесь вы меня уже не остановите нахрен. Мне ваши катапульты до одного места. Я сейчас приду, вас всех уничтожу. Убивайте всех, кого видите, пожалуйста. Главное, не умирайте нахрен, потому что 19 трупов у меня. Блин, там эта гребаная катапульта. Слушайте, я вам скажу, что она, конечно, дамажит нормально. Хотя в большей степени, наверное, разбрасывает. Знаете, что мне надо? Мне, походу, надо вот этот дом улучшать. А у меня народу не хватает на это. Поэтому мы сейчас будем что-то другое придумывать. Ну как что-то другое? Мы будем строить просто жилые дома, потому что нам нужны еще люди. Я там заказал арбалетчиков такое количество, что жилых домов. А ты докуда дотягиваешься? Вот до сюда? Хорошо, а если я тогда сделаю, знаете как, вот так в упор, раз и два, чтобы сразу это забустить. Я думаю, что идея хорошая. А этих арбалетчиков мы отправим пока что подчищать здание вот тут, чтобы камушки собрать. Блин, ну здесь тоже можно как-то, да, наверное, что-то сделать. Блин, там что-то потери какие-то. Нахрена вы подыхаете? Я понять не могу. Здесь большие лагеря достаточно. Надо баллисту уничтожить, я думаю, в первую очередь сейчас. А потом уже мочить всех остальных. Там, видите, тоже толпа. Короче, я не знаю, мне кажется, зачистить это все до того, как нам придет последняя волна, будет близко к нереальному. Но мы попытаемся. Дирижабль готов к отправке, давайте мы забустим вот эту штуку. А что нельзя? Ратуша 3, вот вы охренели. А здесь что? Здесь тоже пока нельзя. Там андератак, понятно, подожди, у нас здесь андератак, там андератак. Я пока что клепаю арбалетчиков. Может быть, кто-то и скажет, что я зря это делаю, но мне кажется, арбалетчики и вообще воины дальнего боя — это идеальное решение. Я полностью заменю, конечно же, лучников на арбалетчиков, и будет нам хорошо. И здесь надо стену делать больше. Блин, мне надо, наверное, как-то что-то сделать по еде, может быть, я пока не очень понимаю. Сюда я не могу попасть, точнее, я не могу лезть туда. Попасть-то я могу, а вот лезть туда, наверное, будет ошибкой в этом случае. Давайте пока вот так вот забустим стены. Они все будут улучшаться. Башенки тоже будем улучшать. Почему бы и нет? Потихонечку камня достаточно сейчас. И будем собирать камушки. Что там происходит у нас? Тут все нормально, мы отбиваемся. А, тут две катапульты меня хреначат. То есть вы представляете, да, эти катапульты все поедут нахрен на меня и будут меня уничтожать, когда начнется осада. И это будет просто дичь. Конечно же, нам все это нужно разнести.
Короче, нам надо древесины снова добывать много. У меня людей пока нету, чтобы ее добывать. Но мы ожидаем на следующее утро большое количество. 15-й день — это нападение на нас. Слушайте, баллиста в большей степени не дамажит, а в большей степени раскидывает. Поэтому, наверное, это не какая-то проблема. Че у меня там с могильщиками? Я не улучшил, да? Ну да, людей, потому что не хватает. А мне надо собирать кучу трупов. Вы можете вот это нахрен снести, пожалуйста? Я вас очень прошу. Спасибо большое. Везде у нас андератак, как вы поняли уже, наверное, по восклицаниям диктора. Я буду собирать здесь камушки, само собой. Блин, через shift тоже? А, через shift можно направлять. Блин, а я не знал, кстати. Я все это время тратил большее количество времени на клики. И это было неправильно с моей стороны. Посмотрите, сколько у нас камней. Это просто охренительно. Вы чувствуете? Это запах победы, мне кажется. У нас будет много лучей. Уничтожайте нахрен врага, пожалуйста. Что-то у нас там на стены где-то напали, мне подсказали. Но это странно. Вроде я не вижу никаких отметок на карте. Что нас будет интересовать теперь? Я сконцентрирую здесь две группировки, и мы уничтожим вот это, потому что это сейчас приоритет. Чё там такое-то у нас? Да какого хрена-то ты напал там, я не понимаю. Тебе чё, напасть больше негде, дружище, блин. Сейчас я вызову тебе воинов вот этих сюда. Вот это как зачищать? Ну ладно, время еще есть. Время еще 2 дня до следующего дня, а потом уже посмотрим. Сейчас главное, чтобы люди пришли. Буду ли я что-то еще обменивать? Да, наверное, надо потихонечку. Но хотя, знаете, мне надо вот сюда, смотрите, сколько всего. Поэтому я не буду, наверное, обменивать. Блин, вот эта привычка escape нажимать, она на самом деле ничего хорошего в ней нету. И как бы надо от нее как-то отучиться. Давайте еще ворота вот здесь улучшим, раз уж такое дело пошло. И надо, наверное, группировочку нашу посылать в атаку, потому что вот это все нахрен должно быть уничтожено. Как вы понимаете, здесь очень много лучников, 32 арбалетчика, и это звучит все очень вкусно. Нам нужно территорию-то подчистить. Идем со всех флангов. Пока что я... Нет, могу, кстати, могу. Давайте буду улучшать вот это тогда. А что мы еще можем сделать? У нас нету еды, нам нужно с ней поработать. Вот эти господины отказываются от своих мест работы, потому что я это все к чертовой матери сношу. И начинаю добывать древесину в другом месте. Я буду строить, наверное, блин, надо как-то, знаете, сэкономить место, потому что я хочу здесь построить еще фермы. Мы сейчас приделаем сюда склады. Блин, как сделать-то? Вот так получается. Вот так получается. Здесь мы будем хранить все подряд. И здесь надо делать фермы, пока не поздно, пока у меня есть люди. Хотя вот эти вот места под фермы смотрятся прям вкусно. Давайте делать здесь одну, как минимум. И сделать здесь еще одну. Потому что я чувствую, что еды скоро... Блин, ну как можно было промазать, блин? А я не могу снести, да? Ну черт тебя возьми, давай пока вы не построили, я переделаю. А что не нападаем-то, я не понимаю, особое приглашение надо? Вы хотите поближе, да, подойти? Ну давайте мы нападаем, все, сейчас будем уничтожать кучу врагов. Но нам надо это зачищать, если мы это зачистим, конечно, это будет просто прекрасно. Так, что там у нас, где нападают? Ага, враг отсюда идет, в принципе, это хорошо, мы здесь как бы готовы. И остается только подвести войска, поэтому мы продолжаем пока что чистку. Надо по максимуму уничтожить врагов, потому что иначе они нас потом достанут. И плюс надо по максимуму строить арбалетчиков, которые пока что побеждают в топе воинов. Блин, у нас не хватает древесины, это очень хреново. На постройку идет, на строительство юнитов идет, а вот здесь такая толпа, что просто дичь. И надо как-то ее выпиливать. Будем собирать ресурсы еще, которые здесь валяются, что тоже немаловажно. Я, наверное, не буду останавливаться в атаке, потому что нету в этом смысла. А, охренеть, какая толпа. Но, возможно, камушки истратим. Кстати, посмотрите, камушков-то мы с вами подсобрали, поэтому не все так плохо. А будем отбивать сейчас потихонечку территории свои, уничтожать врагов, которые нам могут потом помешать. Блин, слушайте, вот это плохо, конечно, что они такой толпой идут, и они очень быстрые. Где у меня fortification из under-attack? Можете мне нахрен объяснить? Какого хрена вы несете? Так, дайте-ка я удалю. Блин, а есть какой-то инструмент удаления здесь в этой игре? По-моему, нету, да? Да, по-моему, нету. Ладно, буду удалять тогда по чуть-чуть, я так понимаю. Блин, ну, только вот так вот? Все сразу? Ну, чё за бред? Я нашел, где меня атакуют. Вот здесь просто какая-то сволочь меня потихонечку колупает. Надо эту сволочь уничтожить. А здесь я господинам поставил так, что они не дадут подойти близко. Хотя катапульта все равно хреначит. Здесь-то у нас как дела? Здесь отбиваемся. Ну, катапульта бьет, неприятно. Ой-ой-ой, я думаю, что сейчас труп появится. Труп появится, и это будет неприятно. Давайте катапульту попробуем в приоритете уничтожить. Одну и вторую, потому что катапульты нас потом достанут. Слушайте, времени очень мало остается до того момента, как к нам придут враги, а здесь защиты-то нахрен и нету. Вот что самое плохое. И походу сейчас придется на тапочку-то поднажать. Сюда все эти камни, давай-давай, собирай. Так, убиваем оставшихся. Слушайте, здесь, короче, блин, да вы меня достали со своими атаками на стену. Какого хрена вообще происходит? Идите на стену, тогда здесь защищайте. Я здесь как бы зачистил, часть группировки отправил вот сюда. И можно, наверное, отправлять всех. Блин, убейте вот этого козла, пожалуйста. Спасибо огромное. Давайте, теперь идем на башни и защищаемся. Кстати, мы можем на стены идти, в том числе.
Вы куда пошли? Ага, вы пошли туда. Могильщик там справился у нас с трупами? Нет, он не справился с трупами, потому что трупы еще и в другом месте есть. Так, может быть, я еще одного могильщика поставлю, чтобы быстрее собирать трупы и не тупить. Давайте, наверное, да, так и поступим. А, атака начинается. Здесь меня хреначит, блин, гребаные баллисты. Конечно, это тупость, что вот она меня может, а я нет. Я здесь потерял, походу, до хрена, пока смотрел на другие локации, и это было неправильно с моей стороны. Вот эту вот, пожалуйста, уничтожьте, потому что она достанет. Давайте свалим опять за укрытие вот здесь и будем всех отстреливать. Здесь достаточно много арбалетчиков, я же все-таки их еще и подстраивал. И вот толпа идет. Наверное, мы должны справиться. Что у нас здесь? Здесь мы отбиваемся, здесь все хорошо. Да, толпа такая нехреновая, я вам скажу по секрету. Но в целом, наверное, мы должны отбиться. Я не представляю, что будет на последней волне. Но надеюсь все-таки на лучшее. Расходимся по стенам, пожалуйста, будьте так любезны. Потому что нам нужно начать отбиваться. Вот эти ворота я бы с удовольствием бы прикрыл. Но почему-то они не закрываются. Нет, они закрылись автоматом, как только они подошли. Но думаю, что такое количество должно справиться. Единственное, что вот эти не достают. Я их просто сейчас вот сюда переведу. Ну, толпа такая приличная, я вам скажу, как бы не жестко, но я думаю, что мы какое-то время на это потратим. Конечно, это не очень хорошо, что мы тратим на это время, есть на что время еще потратить. Так, что по улучшениям? Давайте смотреть. Арбалетчиков улучшили, это что-то для целителей, крепость зданий, так сказать. Она нам тоже нужна, давайте ее возьмем. У нас склады переполнены, ни хрена не добывает, потому что слишком много, например, камня. Здесь нам нужно, напомните, 350 единиц, поэтому мы идем на рынок и что-нибудь продаем. Мы меняем камень вот на вот это, меняем, давайте поменяем 200, давайте 300 поменяем, потому что нас сейчас быстро камень добудется, ибо он просто пойдет вот отсюда, я так понимаю, да, или что? А это что такое? Закончился камень для добычи, а он оказывается не бесконечный, ни хрена себе новости. Ну, мы успешно отбились, что могу сказать? Да вы вот ворота идите, куда вы нахрен идете-то? Идите все сюда, я вас... Общий сбор, так сказать, вот сюда. И мы пойдем с вами дальше чистить территорию, потому что надо по максимуму сделать, так как на 20-й день придет еще волна, а потом, скорее всего, еще одна волна. Слушайте, с камнем было открытие, если честно, я не ожидал такого расклада. Из дерева меня немножечко ситуация расстраивает, нас в большей степени день его интересует, но и камень сейчас как бы подзакончился. Мы должны продвигаться здесь, но я не могу, я хочу получить гребаную ратушу, понимаете, о чем речь? Я хочу получить ратушу, а не могу ее получить, потому что, блин, мне нужно тратиться на укрепление. И я не могу не тратиться на укрепление, потому что мне это необходимо просто для того, чтобы выжить. Здесь моя группировочка стоит, камушки мы не потратили, 44 осталось. Что у меня там по поводу второго могильщика? О, отлично, давай, дружище, вот сюда тебя поставим. Ты здесь нам немножечко поможешь. Нужно будет потом в другие места еще отправлять. Так, давайте-ка, наверное, мы сейчас объединяться не будем. Мы пойдем вот здесь, да зачистим этой группировкой. А этой мы пойдем в этом направлении, чтобы точно убедиться, что здесь врагов не осталось. Кстати, заветное дерево здесь валяется, надо и ресурсы пособирать, это тоже будет нам на руку, поэтому идем вперед. Здесь ничего не вижу интересного, врагов тоже не наблюдаю, край карты, это замечательно. Значит, мы здесь все зачистили, вижу немножечко пищи, пища это классно, вижу немножечко врагов. Дирижабль готов к отправке, это хорошо. Че, сколько там не хватает? Там не хватает еще дохренища, пока продолжаем сбор. Камень, конечно, меня очень сильно удивил, новые люди пришли в небольшом количестве, и плохо, что в небольшом. Это что, прям на краю карты они стоят, что ли, да? Ну да, вот они здесь, прям их не видно было, но это такое себе, если честно. Наверное, здесь нам тоже нужно что-то для разведки. Так, а вы должны вот сюда прийти. Нам надо вот этот вот лагерь разнести, желательно. И чувствовать себя после этого отлично. Блин, нет вот этого обозначения, чтобы они шли и атаковали первых врагов, да? То есть было бы идеально прямо. Так, ребятки, вы свое дело сделали, поэтому вас мы выпиливаем. Склады остаются, а вам нужно куда-то вот сюда, наверное, пойти и здесь начать что-нибудь добывать. Потому что нам очень надо дерево, а его постоянно не хватает. Гребаная эта катапульта, я вам скажу, вот честно, прям бесит меня. Ну ладно, вроде с ними быстро разбираемся, сейчас камушков еще залутаем. Все будет нормально у нас. Мы просто будем зачищать. Но здесь пока нечего особо показывать. Я просто зачищаю по двум фронтам, как вы, наверное, уже догадались. Там меня атакуют, здесь меня атакуют. Блин, здесь меня тоже атакуют. Вы меня нахрен достали. Идите на гребаные стены вот на эти, там обороняйтесь. А мы с вами, наверное, вот здесь выпилим последнего господина, соберем камушки и пойдем дальше. Жесть, конечно. Где мне брать столько камня, я понятия не имею, но мне, походу, придется вот сюда переезжать, поэтому... А, и здесь только перекрыться я могу вот так. Ну, в целом, и хрен ты с ним. Мне вот это все надо перекрывать.
Это охренительно. А если я уничтожаю, да, немножко ресурса возвращается, кстати. И это тоже замечательно. Ну-ка, погоди, не хватает? А, 350 камня. Ну, сейчас на камень. Камень-то мы, наверное, уж соберем, я думаю, да, так или иначе. Правильно же я понимаю? Что у нас там? Кто по сбору камня главный? Будьте так добры. Вот, я вижу этот камень. Давайте тогда улучшать, тратить все ресурсы. Я здесь нападаю на вот это вот нехреновое количество врагов. Мы будем сейчас это чистить. С этой стороны я иду просто по периметру для того, чтобы понять, что здесь осталось и необходимое уничтожить. Вот кусочки вот эти. Вот там вот что-то посмотрим, там тоже что-то осталось. Ну, последняя, самая жесткая группировка, она здесь. Мы будем перекрываться тогда тут, потому что мне нужно добывать все эти ресурсы. Башенки будем перевозить. У работников сейчас очень много задач, и это немножечко грустно. Возможно, их тоже нужно. А почему? А, камень закончился. Но, в принципе, справедливо. Ну, давайте тогда везде камень добывать, раз это такой дефицит теперь у нас оказывается. Как оказалось, да, то есть, казалось бы, ничего не предвещало беды, а вот теперь людей не хватает, ну, вообще классно. Все это мне нравится, все мне это по кайфу, я, кстати, обнаружил теперь, как можно лишнее уничтожать легко, это вот так вот делается. И вот так вот обводится и уничтожается. Все становится достаточно просто. Хорошо, что можем? Ничего не можем. А, это жилой дом, я понял вас. Я не успел построить жилых домов на начало нового дня. И это меня расстраивает, но не сильно. Потому что я домов построю сейчас, но только немного, потому что все ресурсы нахрен на это трачу. Как у нас здесь дела, дружище? Давайте-ка подходить вот сюда, потому что, ну, не достаете ни до кого. Камушков уже у нас 53. Я думаю, что будем отбиваться по всем фронтам, соответственно. И здесь надо вот это вот тоже сносить по-хорошему, да, потому что это, во-первых, камень нам вернет, и мы сможем перестроиться. И нам нужно здесь строить новые участки для добычи. Блин, это дохрена очень ресурса, конечно. Я вообще этого не ожидал, честно вам признаюсь. Но я просто-напросто потому что не знал. Блин, здесь еще сложность в том, что я могу только вот так вот строить. Ну и хрен с ним, здесь можно полностью закрываться, нормально все будет. Лишнее вот это можно удалять, потому что это нам больше не надо, ресурсов нам немножечко вернут. Но здесь какие варианты? Здесь надо идти вот сюда, перекрываться, добывать камень. Да в большей степени люди сейчас нужны. Мы, кстати, здесь успешно продвигаемся вперед. Так, а здесь я совсем забыл, но у меня просто времени на все не хватает. Я не могу как бы так много делать всего. Сейчас будем хотя бы за дерево что-то строить. Уже потом посмотрим, ни хрена себе. Так, ребята, я вам помогу, подождите. Давайте выпиливать здесь врагов, которые должны разлететься, и таким образом нам освободить возможность для лучников, да, чтобы мы их не потеряли. Вот гребаные эти катапульты, они, конечно, меня бесят. Надо на них группировочку маленькую брать и отправлять, чтобы они ее уничтожали. Сейчас главное все баллисты выпилить, и все, тогда проблем не будет. Я вот подвожу специально именно к баллистам, и вроде все выпиливаю. Посмотрите, сколько камней сейчас у нас будет, все будет зачищено. Здесь у меня что-то группировочка-то разбежалась, да, или мне показалось. Вот это соберите, пожалуйста. Давайте, давайте. Не филоним. Вот этих всех убиваем, господинов. Потому что, ну, а какого хрена они тут нам стоят и что-то не дают пройти? Камней будет сейчас очень много, что по камням, которые для строительства? Все сложно, я сейчас, наверное, погоди-ка, у меня ратуша 3-го уровня. Какого хрена, у меня есть хранилища огромные, давайте-ка вот это улучшим. Железа достаточно, нам нужно еще каменоломень. Конечно же, каменоломни 3-го уровня мы сейчас будем строить. Прям причем очень быстро желательно. Дома жилые мы построили, людей 48 приперлось. Здесь у меня небольшая оборона есть. Тут у меня оборона строится. Здесь мы перекрылись, то есть в принципе все закрыто. Кроме нового участка, который нам необходим. Но давайте не будем стесняться. Каменные ворота есть вот такие. Сколько стоите? 50, а эти? 18. Давайте пока что обойдемся на 18. Крепостная вот такая стена, которая выше намного, но я по ресурсам пока не вывезу, и поэтому буду строить обычные. Давайте мы, наверное, сделаем вот так, а вот тут я камушек нашел, который надо забрать. Блин, я про исследование совсем забыл, вот я даю, конечно, слушайте, надо что-то сделать, да, что-то сделать, а прочность зданий за 60 сделаем, здесь куча всего интересненького появилась, ну ладно, я забыл. Есть, короче, университет, который скорость увеличивает исследование, у меня где-то труп лежит, а, здесь кого-то убили, что ли, нихрена себе. Вот это новости, я думал, без потерь там прошли, ну ладно, один, это как бы фигня. Так, ребятки, давайте кто-то вот здесь камушков не соберет, потому что мне эти камушки нужны, вот этот, потом ты сюда придешь, этим мы продолжаем отстреливать здесь, я думаю, что вы можете просто разбежаться, это все тоже подсобрать. И мы можем, наверное, что-нибудь еще подстроить. Давайте что-нибудь делать, тратить ресурсы, камня теперь много. Давайте, наверное, строить стену продолжим. Если что, уже будем улучшать потом, когда у нас будет достаточно для этого камней обычных для строительства. Можно вот так. Можно смело вот так, наверное. Насколько мне нужен здесь выход, я не понимаю, но я все-таки его сделаю.
Блин, мне кажется, мне надо еще строителя поставить, вот что я думаю, потому что это прям мне надо. Давайте, кстати, домиков улучшим каких-нибудь на третий уровень-то, а? Как вам такая идея? Я думаю, что нормальная тема, а вот строители прям в приоритете, желательно второго уровня. Давайте раз и два, потому что строить сейчас придется до хрена. Я, наверное, прям сюда приоритет поставлю, чтобы они пошустрее это сделали. Так, как у нас здесь дела? Все хорошо? День какой у нас? День 18 на 20 нападут. Ну, я думаю, что справимся. Можно даже побегать побыстрее. Потому что, ну, как бы, вроде все пока что настроено так, как надо. И надо только немножечко подождать. Единственное, что периодически мне докучают всякие господины, которых почему-то мои господины не убивают. Ну, что я могу сказать? Все зачищено. Остается только отбиться. И подготовиться к этому соответственно. Нападать будут с этой стороны. Примерно где-то вот отсюда. Как раз в узком проходе, о котором я говорил. Основу армии я веду сюда. Там есть какая-то красная точка. Слушайте, я не буду заморачиваться. Нам, соответственно, нужно вот эти стены улучшить. А это я все, что ли, улучшил? Ну, на те, на которые хватило камня, по крайней мере. Здесь мы когда-нибудь достроим. Строители в приоритете сделались. Народу достаточно. Будем клепать тогда тех, кто будет обороняться. А будут это у нас господа с арбалетами, как вы понимаете. И, наверное, нам нужно еще ферму одну приделать. Блин, древесины очень много. Может, что-то продать? Это пустой склад или не пустой? Здесь ноль. Ну и тогда нахрен его отсюда, он мне только мешает. Вы, ребята, свое отслужили, вы тоже уезжаете. Вам тут делать больше нечего. Вообще, тут есть лесник, который может нам помогать сажать всю эту историю. Есть лесопилка, кстати. Прикольная тема. Давайте лесника построим. Почему бы нет? У нас лесника еще не было. Я сразу ему скажу, что ты вот здесь сажаешь. А лесопилочки я буду улучшать, потому что я хочу, чтобы у нас... А я хочу вообще этого? Погоди. Нет, наверное, я не хочу. Нет, наверное, я все-таки не хочу, я хочу больше ферму. У нас тут рыба иссякла, надо это тоже удалять, наверное. Какой в этом смысл? Можно рыбачков поставить еще, потому что тут есть где ее половить. Пускай они ловят, в принципе-то, что нам? У нас есть люди на это, у нас строятся арбалетчики. Здесь я приоритет поставил, единственное, что я бы хотел бы вот тут еще улучшить стены. И вот эти желательно, вот так, можно же сделать? Погодите, воины, подождите, вот так. И приоритетик на это на все, да? Правильно я же сделал? Приоритетик. Назначить группу для строительства. Ну и что? Ну, вроде назначил, вроде они делают. Отлично, сейчас здесь появится стена, появится нормальная башня. Тут, кстати, можно выпиливать лишнее, потому что это нам больше не требуется. Что по технологиям, кстати? Я совсем про это забыл. Скорость постройки давайте улучшать. Это 2 минуты времени. Я периодически про эти технологии вообще забываю. Домики здесь еще стоят на улучшении, но мы не можем их пока улучшить. Здесь тоже ничем не помогу. Все работает так, как работает. Еду меньше потребляем. Да еды, в принципе, достаточно. Можно еще, наверное, заказать воинов. Вот посмотреть, чтобы под красную линию, так сказать, не наступить. А, максимальное количество солдат. А, я уже забил полностью, что ли? Ну и хрен с ним, пусть будет максимум. Мы вот почистили все, и стало как-то дышать, да, проще, потому что с тем количеством врагов, которое находилось вокруг, конечно, было не совсем приятно быть рядом, и вот вроде эта проблема решилась. Плюс я еще вышечек всяких натыкал. Знаете, что я хочу? У меня есть люди, и я хочу, чтобы у меня все строилось быстрее, блин. Я хочу еще строителей. Какой день вообще? А, так на нас сейчас нападут, ё-моё. Нам нужно расходиться по башням и отбиваться. Блин, а вы что, все с этой стороны, что ли, побежали? Ну вы охренели, ну чё? А, нет, не все, все нормально. Так, здесь вы стойте и отбивайтесь, пожалуйста. Я надеюсь, что мы сможем что-то сейчас сделать. Сейчас на башню залезем. Ну, достаточно много будет людей, это понятное дело. Пока не буду тратить камушки, посмотрим по ситуации уже. Наверное, что-то проломят, но это не точно. У меня все-таки есть улучшения необходимые. Да, здесь не успел. Блин, давайте-ка пожжем, посмотрите, как будет круто, а? Как вам нахрен такое, а? Как вам такое, ребята? Разлетаются просто как семечки. Нормальная тема, нормальная тема. Там еще баллиста подъехала, вообще класс. Сейчас баллисту-то мы выпилим. А, ни хрена себе, она дубасит не по стенам, а мне по лицу. Странная баллиста достаточно. Там я не буду, наверное, жечь никого. Мы пойдем баллисту выпилим просто-напросто и все. Слушайте, ну мы в целом отбились. Единственное, что вот из-за этого камня не достают до баллисты. Ну серьезно, она не ломается? А нет, она сломалась. Отлично, все хорошо. Вот это улучшение, здесь везде улучшение. Пока что можно, наверное, оставлять здесь господинов. Фермы улучшаются до следующего левела. Я так понимаю, что я не мог добавить разве сюда поле? Мне показалось, что я больше полей могу строить. Странная история. А может быть и показалось действительно. Но тем не менее ферма заработала еще одна. Давайте вот эти улучшим фермы. Пускай пищи у нас будет много. Пища нам сейчас нужна, как никогда. Нам, наверное, стоит построить еще какое-то количество жилых домов для того, чтобы у нас появлялись люди. Хотя, в принципе, я могу улучшить, наверное, вот эту всю историю. А я построил работников или я не построил работников? Что-то я этот момент упустил как-то. Я имею в виду строителей. Давайте сделаем вот так. Вот эти два домика у нас будут в первую очередь, а потом все остальное. А последняя битва произойдет на 24-й день, поэтому у нас есть время подготовиться.
Да ё-моё, чё вам надо-то, я не понимаю. Вы здесь умираете все равно. Я пока на скорости побольше решил поиграть, потому что, ну, а чё мне делать? У меня все улучшается, я сейчас смогу, если накоплю ресурсов, еще стены улучшить. Плюс я улучшаю вот эти вот штукенции, которые тоже, наверное, нам должны помочь. Собрать железо и вот так вот просто жампнуть и бахнуть вот на эту кнопку, да? Вот прям вот сейчас хочу нажать. И будут у нас еще более крутые стены, еще более крутые башни, хотя здесь башня третьего левела. Камень собирается достаточно быстро с третьим уровнем каменоломни, поэтому проблем возникнуть не должно. Ну вот единственное, что ворота закрались какие-то древние, надо их тоже улучшать. Везде есть стены, сейчас будем добавлять башни, ну и смотреть уже на ближе к 23-му дню, откуда к нам пойдет атака. Я, пожалуй, изучу еще гильдию строителей, вот эту вот хрень на 10%. А это что такое у нас с прочности? Прикольно, прикольно. Но это мне не очень надо. Наверное, казарму можно было бы улучшить. Я, опять же, не уверен, что мне это сейчас понадобится. Я лучше поиграю с тем, что у нас есть. Так, что там, кто-то нападает? Ну, какие-то маленькие пачки нападают, как бы не очень страшные, поэтому я тут в целом отбиваюсь, сейчас пересажу господинов, башни подстраиваю периодически, да, то есть, чтобы у меня они были уже везде готовы, если что, там распределим кого-то куда-то соответственно. Могу потом просто бахнуть вот сюда кучу народу на стены и будем, в общем, отбиваться. Что еще могу сделать? Ну, пока жду, сижу. Пока сижу, жду, вот добавляю башенки, чтобы они были вот у нас такие вот большие сразу, наверное. Через какое-то расстояние, конечно, ресурса не всегда хватает, и в большей степени, сейчас не поверите, проблемы с деревом. Где-то мне долбят ворота, вот здесь что ли, ну-ка давай-ка часть вот эту сюда пересадим, чтобы они здесь тоже немножечко защищали. Давайте вот так сюда их посадим. И атака пойдет как бы вот так. Вот как-то так, как вы видите на своих экранах, поэтому, ну, не знаю, будем сейчас отбиваться. Я здесь на приоритете поставил лесопилочки, чтобы они у нас как бы переделались и, может быть, чуть побыстрее добывали дерево. Не знаю, насколько лесник, конечно, успевает что здесь сажать, но дерева действительно не хватает. Можем, кстати, обменять камень на дерево, да, как вам такой вариант? Давайте просто попробуем вот камень на древесину. Ну, например, мы хотим вот так поменять. Не то, что как бы у нас камня много, но он добывается чуть быстрее, потому что ходить меньше. Слушай сюда, разжиревший боров. Высокие стены Пенденрейна не укроют тебя. Завтра твое обезглавленное тело будет свисать с ратуши, а я взойду на трон. Молись, на подходе мои основные майска, и к ним присоединятся все бойцы за свободу из лагерей в долине. Ну, дружище, у меня для тебя плохие новости. Как бы таких лагерей, к сожалению, больше не осталось, поэтому я тебе ничего не предложу. Тут ты, скорее всего, не справишься с этой задачей. Я буду, наверное, потихоньку распределять воинов. Хотя зачем сюда, если мне надо вот сюда, да? Это было бы логично. Чё ругаетесь-то? Нету дерева? А это, по-твоему, что? Я не понимаю. Ну-ка, дай сюда. А, у тебя здесь съехала вот эта штука. Все, теперь все нормально. Погоди, погоди. У всех съехало. Блин, а я не знал, что после улучшения зона слетает. Теперь буду в курсе. Так, ну что, до атаки осталось совсем чуть-чуть, я распределяю войска, у меня большие проблемы на правом фронте вот здесь, потому что тут почти никого не было, сейчас я их туда добавил, и я думаю, что это нормально, должно нам помочь, если что, у меня много камней, которые будут нас выручать в этом плане. Сюда перемещаем оставшихся, в этом смысла никакого нет, 8 секунд, каких-то юнитов я подстраиваю, но, наверное, нужно было чуть пораньше их начать подстраивать, тем не менее, не думаю, что прямо будет жестко. Хотя, может, будет и, черт возьми, нахрен жестко, и мы просто умрем, но я вообще не планирую. Я вообще не планирую, честно вам скажу, здесь какие-то два непонятных бомжа пришли. Сейчас сюда приходят арбалетчики, и мы здесь отбиваемся. Надо проследить, что они все сели на башню, потому что мы знаем, как это работает. Они могут начать тупить и не сесть не все. Ну-ка. Да, вот они начали тупить. Тогда на стены идите нахрен. Давайте здесь посмотрим. Здесь все вроде хорошо. Так, вы идете на стены. Здесь как дела? Здесь все неплохо. Вы, наверное, могли бы пойти вот сюда. Я не знаю на самом деле, но сейчас вот эта башня построится, и мы туда какую-то часть переведем. Ну, со всех сторон идут. Не сказал бы, что пока жестко, пока отбиваемся вроде. Здесь идет толпа, здесь толпа идет. Мы ее отстреливаем даже с дальней башни. Меня немножечко вот эти господины расстраивают. Но, блин, стену не можем построить. Давайте сейчас их вот сюда подведем. Там уже пообщаемся. Здесь отбиваемся, стены держатся. Здесь отбиваемся, вот господины тупят. Можете, пожалуйста, вот сюда пройти? Кто может, и кто-то вот сюда. Блин, плохо, что стена вмещает так мало людей. Ну да ладно, ничего страшного, это не проблема. Если хоть какая-то поддержка огневая будет, это уже будет хорошо. Баллиста по нам хреначит, но это ненадолго. Баллиста отъезжает, мы с того фланга уже отбиваемся, получается. Здесь, в принципе, история достаточно такая же, достаточно хорошая. Здесь мы вроде тоже отбились, я что-то ни хрена не понял. Ну, мне казалось вначале, что все-таки будет жестче. А что не хотим сюда вставать-то? Ну, сволочи вы такие. Я так понимаю, что все на этом, да? Мы отбились, и он говорит, что угораздило меня связаться с отребьем. Ни стратегии, ни тактики, ни этики, ни эстетики. Умирают на поле брани за их свободу, представляешь? Что до тебя, гнилой выродок дегенеративного режима? Иди и...
неразборчивое бормотание. Но, собственно, я так понимаю, что все, остатки юнитов погибают. Единственное, что здесь какая-то баллиста пытается выжить. Мне надо просто подойти вот сюда. Здесь история, в принципе, такая же. Надо просто подойти и баллисту уничтожить. Можно даже на высокой скорости, я в этом не сомневаюсь. И мы после этого с вами побеждаем. Да? Мы же всех убили или не всех? Да, мы всех победили, остались здесь какие-то господа, которые просто не хотят умирать пока что. Но мы сейчас им в этом обязательно поможем, давайте подойдем. Блин, вот это хреновая на самом деле тема, вот как-то это работает не совсем так, как хотелось бы, да, чтобы они умирали всегда и везде. Мы сюда подходим, добиваем последних, и миссия на этом завершена. Ну, не супер жестко было, мы вроде справились, наверное, в какой-то момент мне показалось, что все пошло не так. 5206 врагов было уничтожено, звучит на самом деле интересно, поэтому... Что уж сказать, давайте, наверное, скипать и открывать следующий левел, который где-то здесь, наверное, сейчас откроют. Нам же откроют следующий левел, я что-то не очень понял. Неужели это все? Неужели в этой версии пока что недоступно какое-то дальнейшее прохождение, и оно только дальше будет? Да, видите, когда выйдет из раннего доступа. Ну вот как-то так. Как-то так, наверное, мы можем попробовать с вами бесконечный режим, если, конечно, вам интересно, но вы обязательно об этом напишите, и тогда мы с вами попробуем, может быть, даже на хардкоре. Вам спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь, до новых встреч и пока-пока.